Всем привет, я Петренко Татьяна, и вы находитесь на канале «Аэролодки, вездеходы, Север». Сегодня мы находимся на 55-й международной выставке «Охота, рыболовство на Руси-2024». Здесь сегодня представлено большое количество компаний и брендов, которые показывают свои товары, услуги и разработки для любителей такого отдыха. Специально для этой выставки сегодня мы презентовали нашу самую популярную, компактную и маневренную модель «Егерь». Здесь установлены мосты «Дакар-Север». Это наша уникальная разработка, которой мы шли на протяжении 6 лет. Мосты довольно-таки простые и надежные, сделаны из российских агрегатов и узлов. Ремонтопригодность этих мостов позволяет вам быть уверенным в том, что запчасти вы найдете в любом уголке нашей страны. При этом они показывают высокую проходимость и высокую надежность. Надежность в таких поездках несет ключевое значение. Давайте же посмотрим, что таится под этим капотом. На данной модели установлен дизельный мотор Hyundai D4BH 100 лошадиных сил. 4-цилиндровый рядный турбированный мотор. Оптимальные показатели, которые выдает данный мотор, они позволяют быть уверенным, что он идеально подходит для использования именно нашей техники. Также высокая экономичность данного мотора позволяет при заправке полного топливного бака доехать вам более 500 км в одну сторону. По высокому крутящему моменту вы можете ориентироваться на то, что любое бездорожье вам будет нипочем. А теперь давайте посмотрим на эти шины. Это шины «Севертрак», наша собственная разработка. Они обладают положительной плавучестью. Что это вам дает? Вы можете спокойно пройти беспрепятственно какие-то водные преграды, будь то болото, либо сыпучий грунт, либо реки. Уникальный рисунок шин «Севертрак» позволит вам увеличить пятно контакта с почвой при прохождении препятствия, а также дополнительные грунтозацепы позволяют вам минимизировать проколы колес при преодолении каких-то препятствий. А теперь давайте посмотрим, насколько наш салон комфортный, уютный и простой в использовании. Интуитивно понятная приборная панель, аналогична обычному автомобилю. Расположение руля слева, коробка передач, управление раздаточной коробкой. Большое количество дополнительных отсеков и бардачков помогает вам с комфортом расположить все ваши вещи. Спортивные сиденья из искусственной кожи с контрастной строчкой придают особую роскошь и премиальность этому салону. Пассажировместимость данного вездехода до 8 человек. Задние сиденья раскладываются в спальные места. С комфортом можно разместить до 3 человек. Также есть стандартная комплектация и дополнительные рундуки на задних сиденьях. И есть дополнительные рундуки в полу. Если вас заинтересовала наша техника и есть дополнительные вопросы, переходите по ссылке в описании, либо позвоните по указанному номеру телефона. Я и мои коллеги ответят на все ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Пока-пока.